Бесплатное обучение для нижегородских предпринимателей малого и среднего бизнеса организовало правительство Нижегородской области. Эти тренинги проходят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Когда пошли первые заказы от друзей и знакомых, я поняла, что это интересно нашим местным городским людям. И стали пробовать первые заказы отшивать, приобретали уже первые машинки. И так потихонечку из хобби в бизнес все и перешло. ИП я зарегистрировала в 2019 году. Как раз-таки открытие ИП стало как бы последствием обучения, потому что сделать такой шаг и официально начать работать, принимать заказы, было немножечко страшно, но, пройдя обучение в бизнес-инкубаторе, решила рискнуть, попробовать. Мы знакомим с мерами государственной финансовой поддержки, и причем участвуют инфраструктуры поддержки нашего региона и дают информацию. Это Агентство по развитию системы гарантий, Центр инноваций социальной сферы, Фонд «Наше будущее». Они знакомят наших участников, как можно получить финансовую поддержку, какое должно быть основание, даже, может быть, как получить грант. У нас будут проходить две обучающих программы. Первое, предприниматели будут иметь возможность получить навыки написания бизнес-плана, проработки идеи. И, в принципе, это, по сути, проработанный проект. А школа предпринимателя – это образовательный проект, направленный уже на действующих предпринимателей, где в рамках обучающей программы предприниматели смогут разобрать свой проект, улучшить финансовые показатели, производственные показатели, ну и разобраться и получить мнение экспертов на тот проект, который они сегодня реализуют.